Опа, привет. Короче, у меня сегодня гости. Вон Петруха в гостях с папироской стоит. Привет, привет, привет. Ну чё, у нас тут еще камушки есть. Обложили сегодня вот костер. Перенес немножко вот оттуда, вот там где пива стоит. Перенес костер вот сюда вот, потому что чтобы не задувало. Вон дочь дров всяких принесла, вообще огонь куча. Там еще дрова со вчерашнего остались. Тоже огонь. Ну что, сегодня будем мясо жарить. Сегодня можно. Будем не бомжей хавать, а мясо. Мясо, мясо, мясо. И овощи по-армянски. С базей. Вообще огонь будет. Сегодня будут овощи по-армянски. Причем уже, причем помидоры уже. У нас в костре уже пекутся помидоры. Потом на очереди цукини, перчик. А вот это в завершение все пойдет. Зеленуха и бобы. Бобы тоже запечем. Я еще все покажу. Вот. Вон там народ пилит что-то, мутит. Дай Петрухе большую пилу, пожалуйста. А то он там мучается. Дочь бодолину несет. Немножко дровишек на ночь заготовили. Посмотрим, до скольких здесь отсидим. Но у нас топлива хватает, в принципе. Так что посидим, походу, долго. Да, возьми. Петруха там пилит, издевается. Я ему дал такую вот ножовку. Вот такую вот, да? Ну, короче, до перцев. Так вот ножовка. Даже вот так вот, наверное, до перцев. И он там, блядь, издевается. Пилит быдлину. Вот такую вот, наверное. Или даже, может, потоньше, чем это. Прикол. Я вот, короче, закинул все овощи. Вот они сейчас будут кочемариться. Но помидоры уже почти готовы. Сейчас мы их будем доставать как-то. Не знаю еще как. Сейчас посмотрим, как мы их достанем. Надо замутить сперва веничек. Подмести вот тут, тут подмести. И его туда выкладывать. Ну все. Опа! Здорово! Опа! А где Аленку потеряли? Аленка еще идет где-то там. Она будет выйти. Да. У нас ты самые гости. Антон пришел, Маринка. А мы тут, короче, вот у нас, что, в принципе, вот это вот потихонечку парится, парится, жарится. Дров, короче, уйма. Помидоры уже почистил, надо перцы, надо тебе перцы почистить. А что такое за хуйня? И что, и все ништяк? Что, все ништяк? Костер, короче, ветер, да, сегодня. А там как раз открытое пространство. И оттуда вот и дует как раз. Откуда-то севера, северо-востока. Там у нас север, там у нас восток. Следовательно, дует где-то оттуда вот. Да, бомжары живут. Дочь? Алиска, скажи привет. Привет, дынь. Привет, да. Ну, короче, у нас там шлак сегодня. Раз пьяная морда. Я не пьяная еще, давай не надо. Два пьяная морда. Англия, три Рури. Пьяная морда. Я не блогер, блядь. Там это самая пьяная морда скрывается. Англия, и вот у нас Рури. Здесь один трезвенник на всех, не считая детей. Да, кстати, все это будет в Ютубе. Ты потом все. Конечно. Нет, конечно, так всем раскидаем. Что, у нас угли готовятся, скоро, это самое, как она называется-то? Горох, горох почти готов, осталось почистить эту шляпу, и все. А соль есть? Больше никому не показывают. А там вот, короче, у нас бомба, бомба, бомба. Бля, не туда снимаю, я тебе вот так вот надо. Пиздец, столько глаз!
Все, давайте, вы побрелись на дрова, люди, блядь. Ржут, бляха. У вас дровяник уводят средь бела дня, а вы даже ничего. Не сверни, блядь, мое это самое варево. Шатапнись, соска. Оп. Вот это был кадр. А то что там, мясо готово, можно жарить уже почти. А кто эту бутылину швырнул? Она там лишняя, бля. Тут попойка, уже все пьяные. А вот эта вся байда пойдет, короче, пойдет сейчас. Та-ра-ра-ра-рай, та-ра-ра-рай. Ну что, у нас тут это самое, шашлычок подходит. Не будет халтурки. Что, не будет? Халтурки следующие две недели не будет, закрывают лавочку. Вот так вот. Мясо, ну попробовать мясо. Радуйтесь. Ну что, тогда маленько тут приготовила по-любому. Бомба. Мясо бомба. Пошел дальше резать. Не знаю, видно, не видно. Ну вот так вот все это происходит. У нас блогер появился. У Маринки тот. Маринка, вообще, готовим? Что? Готовим у костра. А что это, Марина? Это Я тоже хочу. Короче, морда. Морда тут. Я это самое. Потом сделаю полный репорт. Хотя не, ни хера я не буду делать. Он, Антон тут пис показывает. На самом деле, GoPro, короче, она херово снимает в темноте. Вот я боюсь, что это видео вообще нифига. Вот сейчас вот что-то будет видно. А до этого было ни хера не видно. Наверное. Ну, короче, здесь три фонарика. Павлик, дай тарелку, ребят. Нифига не дам. Работает довольно-таки адекватно. Светало. Кроссовки. Костер. Морды. Еще одна. А там рассвет. Птички поют.